Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке будет iPhone 11 Pro. Вот такой вот золотой. Да, помимо самого обзора на этот смартфон, мы поговорим с вами о том, стоит ли брать этот смартфон в 2021 году. Или же стоит раскошелиться и купить 12 Pro, или же просто 12. Да, после приветствия прошло уже некоторое время, и поэтому я могу вам с уверенностью рассказать уже про этот смартфон гораздо подробнее, поскольку нужно было кое-что еще подснять. И да, расскажу про некоторые нюансы этого смартфона. Да, Apple уже приучила всех своих пользователей к трехлетнему циклу обновления своих смартфонов, а именно дизайна. И как говорят некоторые, с выходом iPhone 12 и 12 Pro и тому подобное, пришла новая эра, а предыдущий флагман становится частью истории. И говорят они именно про этот смартфон. Но я так не считаю, поскольку если одеть на 12 Pro чехол, то это будет такой же смартфон. То есть, если их сравнивать вот в таком вот варианте, у 11 Pro более покатые грани, а у него более ребристые, как у пятерки или у четверки. Ну а в чехле этот смартфон выглядит идентично. Единственное, поменялись размеры. То есть, если вы возьмете 12 Pro, к примеру, он будет немножечко побольше. Но все равно, если носить чехол, что в принципе делают 99% пользователей любого смартфона, поскольку никто же не хочет разбить его в первый месяц эксплуатации, не правда ли? В этом году революции не произошло. Революцию дизайна, имею в виду. Есть смысл обновиться со старого смартфона на вот такой вот, к примеру. Имею в виду 11 Pro или 11 Pro Max. Да, прошло уже немало времени, как Apple выпустила свой юбилейный смартфон, а именно iPhone X, как в простонародье ее называют, десяткой. Поклонникам бренда, ну или, скажем, если вы пользователи той же десятки, то вам уже привычны жесты, поскольку если у вас восьмерка, то у вас кнопка. С поколения 10-го айфона у айфонов только жесты. Вот и 11 Pro и 12, кстати, тоже. Спереди выглядит так же, как и... Хотя нет, у 12-го челка чуть поменьше. Но, в принципе, спереди они выглядят так же, как и юбилейный смартфон. Но сзади периодически происходят некоторые изменения. К примеру, камера. Всеми уже узнаваемая трехмодульная камера также и сохранилась в 12-м айфоне. И скажу я вам, есть смысл все-таки приобрести именно 11 Pro. В 12-й версии, с моей точки зрения, ты переплачиваешь за 5G, который ты не сможешь пользоваться ближайшие 3 года, так это точно, в полной мере. Да, впечатлений у меня действительно много от этого смартфона, но в итоге эти смартфоны не для всех и каждого, а, скажем, для настоящих фанатов или для тех, кто любит устраивать погоню за брендами, то есть брать от брендов самое лучшее, то уже сейчас, конечно же, это уже не актуально, вам уже, скорее всего, лучше придется взять 12 Pro Max. Но и, скажем так, для фанатов камеры 11 Pro будет в самый раз, поскольку камеры несущественно отличаются, существенно отличается ночной режим. Он у него есть, но в 12 Pro прокачали его еще лучше, чем в этой версии. Да, по дизайну. Дизайн этого смартфона — это практически та же десятка, только модули отличаются. Только матовая. И некоторые говорят, что матовая поверхность не собирает отпечатков. Вы серьезно? Она собирает отпечатки, но невооруженному глазу сразу не увидеть всех этих маркостей и тому подобное. Но сейчас, в данный момент, этот смартфон заляпан. То есть, если посмотреть поближе, то вы увидите на нем отпечатки. Хотя обычно я им пользуюсь в чехле. Да, в руках новое стекло, я сравниваю сейчас с десяткой, да, чувствуется действительно качественно, то есть люксовое стеклышко. А в 12-м там вроде как керамик шилд сзади, то есть еще прочнее. И фронтальное, по-моему, стекло, если я не ошибаюсь, тоже с керамик шилд. Повторюсь, да, уже в очередной раз, зачем платить больше, если ты все равно будешь его носить в чехле? То есть, если взять 12-ку, это будет тот же 11-й, и как бы смысла в этом нет. То есть я вам категорически не рекомендую обновляться с 11 Pro на 12 Pro, поскольку смысла действительно немного. Да, Apple ранее заявляла, что с выходом 11 Pro, да и вроде 11 версия тоже, их стекла стали гораздо прочнее. Но это не отменяет человеческую глупость.
Как и когда разобьется ваш телефон, не знает никто. Поэтому чехол. И старайтесь не ронять его, поскольку разбить смартфон можно и через чехол. Какое бы ни было прочное стекло. Да, поэтому ждать, что ваш новенький смартфон выдержит падение с 2 метров на кафель, шансы на выживание того места, на которое он приземлится, крайне малы. То есть даже если это будет у вас смартфон с керамик шильд. Если это действительно керамика, то керамика, как вот, допустим, Huawei, керамическая задняя сторона, она прочная от царапин. То есть, если вы носите, как я говорил, в чехле, то разные, туда попадают разные фракции, пыль, тому подобное, мелкие камешки. И периодически, когда вы носите его, он у вас, чехол об корпус, царапается вот этими камушками и пылью и тому подобное. Если вы его уроните, то эта керамика разобьется как обычная тарелка. Ну, может быть, не как обычная тарелка, но защищает она по факту лучше только от царапин, а не от падений. Да, возможно, не все обратили внимание на то, что Apple обновила свой золотой цвет. Раньше он был немножечко другим. То есть сейчас он стал такой немножечко строгий, и он даже подойдет мужчинам. Прошлые цвета, я скажу такое, это был более, скорее всего, женский вариант. Но, да, многие, скорее всего, не заметили, поскольку они выпячивали более свой зеленый цвет, который стал в их линейке новым. А в 12-й версии это уже синий, заместо того зеленого, который был в 11 Pro. Но золотой 12-й Pro будет выглядеть так же. Только, как я говорил ранее, он будет немножечко побольше. Теперь этот золотой не блестит каким-то фиолетовым или каким-то перламутром. Он вот такой вот матовый и строгий. Он будет органично смотреться как и в женской руке, так и в мужской руке. Также мне удалось пощупать 11 Pro черную версию. И да, он немножечко мне напоминает iPhone 7. Да, там был он такой действительно черный-черный, не сероватым каким-то отдавал, а именно черный. Не скажу, что он легкий смартфон, но если прошка, он такой достаточно органичный. Некоторые говорят, что он тяжелый, но по факту его вес составляет 188 грамм, если я не ошибаюсь. И у Pro Max, по-моему, 229 грамм у Pro Max. Ну, если добавить чехол, ну да, то есть 250 грамм вам придется таскать с собой, если вы выберете версию Pro Max. Расскажу про отличие прошек 11 Pro от, допустим, XS или XS Max. Выросла яркость. XS 625 нит, Pro уже 800 нит в режиме HDR. Яркость еще выше, 1200 нит. Да, что осталось в версии XS и XS Max в сравнении с 11 Pro и 11 Pro Max? Это диагональ. Диагональ 5,8 дюймов, так же, как и у него, была у XS. И 6,5 у Pro Max и XS Max. Осталось также тоже разрешение экрана. 458 пикселей на дюйм, цвета передача и также углы обзора. Да, в обычных условиях яркость смартфона XS и 11 Pro Max ничем не отличается. Но стоит выйти на улицу и сравнить эти два смартфона вместе, как сразу становится ясно, что здесь можно пользоваться им на улице, видно все четко, просто вот, не знаю, мой Samsung старенький, он вообще не справляется, новые флагманы тоже что-то как-то там непонятно, а вот у него все в порядке с этим. Но у XS не так все гладко, как у 11 Pro. Поговорим про Face ID. Face ID работает быстрее, дальше и под углом того, чего не было у XS. Так сказать, хорошо, когда технологии работают как надо. И Face ID одна из таких технологий. По сравнению с XS, у этой версии Face ID срабатывает примерно на треть быстрее. Скажем так, она и раньше была быстро, а сейчас стала просто мгновенной. Но единственный минус, ну это как по мне вкусовщина, я просто попользовался Huawei, и там при разблокировке ты разблокируешь, у тебя сразу появляется экран, а здесь просто вот такой вот замочек. Открыл и надо делать свайп. По-другому никак. Скорость разблокировки, это все как бы круто, но она не сравнится с новыми нововведениями Face ID, в отличие от XS, в том плане, что угол разблокировки стал лучше.
То есть, если держите так, так, немножечко лучше разблокируют. И если у вас ваш смартфон примерно вот на таком вот расстоянии, на расстоянии вытянутой руки, ваш смартфон тоже разблокируется. То, чего не было у XS версии и у XS Max. Мало кто знает, ну или уже все, скорее всего, знают, что с 11-й версии в них завезли сверхширик на 120 градусов. То есть, если так аналогично сказать, он будет фоткать того же места, на котором он находится. То есть, будет видно все. Это такой аналог GoPro, если кто не знает. Будет вот так вот все больше, немножко замылено, что ли. Ваш ракурс будет помещаться больше объектов, и также в Pro-версии, я не знаю, как в 11-й, можно сделать есть сверхширик и на фронтальную камеру. То есть можно делать селфи вдвоем. Что по мне очень, кстати, круто. На железе сильно останавливаться не будем. У него A13 Bionic. Если вам интересно, есть такой блогер Стас Васильев. Он делал большой обзор на этот вот процессор. Я уже его смотрел. Это был еще год обратно, когда этот смартфон еще вышел. И он рассказывает очень много интересного. Но эта информация, скажем так, более для гиков. A13, как заявляют, стал немножечко мощнее. То есть это на 15% где-то. То это примерно на 15% мощнее, чем XS. То есть в повседневных, в принципе, вы не заметите. Больше вы заметите, наверное, прироста в этом смартфоне только по камере. А по процессору, ну, 15%, ну, немножечко лучше, где-то игры потянет лучше. Тоже неплохо. Но, как заявляют в 12-й версии, он стал в 12-й версии на 20%. Но, как по сравнениям я смотрел, не сильно-то он и мощнее. То есть попугаев выбивает больше и тому подобное. Но если делать детальный тест, то, в принципе, то на то и выходит. То есть если ты будешь пользоваться им, будет то же самое, в принципе, как по мне. Но я 12-кой пока еще не пользовался. Итак, резюмирую. Модели 11 Pro и 12 Pro, также и версии Max, обладают отличными экранами. У новинок дисплея чуть больше, потому что рамки стали немножечко меньше, и от этого увеличилась диагональ экрана. Но, повторюсь, разницы в качестве нет. А если нет разницы, то зачем платить больше? Да зачем платить больше, если есть Xiaomi? Прошлогодний 11 Pro примерно на 20% медленнее. Но это лишь сухие цифры. На практике это будет практически незаметно. И несмотря на кажущееся превосходство 12-й версии над 11-й, на практике их разница будет едва ли заметна. Я вам настоятельно не рекомендую обновляться, если у вас есть на данный момент 11 Pro. Это слишком дорого стоит. Но если вы какой-то шейх или султан, почему ты смотришь вообще мое видео? Да, тогда делай, что хочешь, я тебе не мамка, не папка, я просто какой-то хрен из интернета. Делай, что хочешь. Но, повторяюсь, обновляться не стоит. Действительно, прокачали они камеру, ширик снимает лучше и ночной режим. Ночной режим стал действительно лучше, но кто пользуется ночным режимом? Это, в принципе, происходит редко, и этот смартфон, в принципе, фоткает в ночном режиме хорошо. Достаточно хорошо, если вы, конечно, любите ночные съемки, то я бы, конечно, присмотрел бы кого-нибудь из Huawei, кстати, тоже тема. Но если вам нужен действительно самый лучший камерафон из айфонов, то это, конечно же, 12 Pro Max. Именно Max-версия, поскольку там есть лидар. И пока я не знаю, нахрен он нужен. А еще, самый большой минус, что в 12-х версиях не кладут зарядки. Только Lightning с USB на Lightning. Пардон, с USB-C на Lightning. А блоков, как известно, раньше с USB-C не было. Так что придется докупать блок. Да, и еще один камень в огород 12-й версии. Аккумулятор у 11 Pro хоть и стал больше, но держать он батарею стал в среднем на час меньше. Примерно на час. Цифры могут вылиться и в гораздо большее время. 11 Pro Max будет самым оптимальным по батарее. То есть у 11 Pro это 2815 мАч батарейка, а у 12 Pro 3046 мАч, и при этом она держит на час меньше. По батарее это действительно немножечко печально, поскольку, признаюсь честно, этого 11 Pro мне не хватает.
том плане, мне не хватает батареи на весь день. Я пользовался этим смартфоном не так активно, скажем так, стандартные какие-нибудь приложения, камера не сильно активна, да, и этот смартфон разряжался менее чем за один день, хотя заявлено 16 часов. К примеру, при тех же нагрузках Huawei P40 Pro у меня при таком же сценарии мог выдерживать полтора дня. Ну а если использовать экран 60 Гц, так же как и здесь, то смартфон доживал и проживал и 2 дня, а то и больше. Но если использовать активно, то есть в среднем Huawei P40 Pro держал где-то 2 дня, что мое почтение. Но не об этом сейчас, мы говорим про 11 Pro, конечно же. Он достаточно автономный, его вам хватит на день. Это вполне достаточно, как и все остальные смартфоны. Если он держит день, то отлично. Поскольку X и XS версии, они держались по полдня примерно. И это было действительно печально. От этого еще более печально, что 12-я версия держит меньше, чем 11-я. Да, в комплекте 11 Pro также вы получите адаптер питания на 18 Вт, именно быстрая зарядка, и быстрый Lightning. Да, и также наушники, которыми, в принципе, мало кто пользуется. А в версии 12 Pro вы получите просто шнур, как я уже ранее говорил, с Lightning на USB-C. С USB-C на Lightning. То есть блок придется докупить, короче. Да, пишу пока обзор. Угу, да, скоро закончу. Да, все хорошо. Собака лает? Да, как всегда. Да, все, что я хотел сказать, я сказал. Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. А также напиши, что бы ты взял в 2021 году. iPhone 11 Pro? Может быть 11, может быть 12. Или же ты раскошелишься на 12 Pro Max? Или же ты из тех, кто купит Samsung, допустим, Note 8? Да, у меня на этом все. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.